Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать на Рязанском слете. Общий вид поляны. К каждому месту мы подойдем поближе. Пока общий вид. Сказочный. Недалеко находится река Пара. Оборудованные места. Установлены антенны. И ребята выходят в эфир. Первое такое рабочее место. Идем дальше. Здесь представлено второе рабочее место. 46-й про Никиточка. Денечек выдался солнечным, теплым. Знакомая мачта. Знакомый флаг. Не только проводим связи, но и купаемся, загораем, рыбачим. Так, продублирован еще вот. Идем дальше. Диджейское рабочее место. Вся ночная дискотека с большими классными танцами на этой поляне. Была организована вот из этого шефа. И еще ралли-любительское рабочее место, мы к нему проследуем. Давай переделаем. Вот такая вот летающая вещь, ребят. Ну, мы поближе и побольше к ним подойдем. А сейчас еще одно место, рабочие радиолюбители. Здоровью. Какая-то помеха пошла, блин. Да вон от самолета помеха, наверное. Это третье рабочее место. Ну мы когда его завели? Все нормально. Давно работал. Он не работал нормально, а какая-то помеха пошла. Помеха, вот, управляем. Кто запустил? Тоже 12 часов начала. 12. Это? Сейчас у него помех все страшенные. Сейчас один мучает. Помеха? Берем сейчас. Я тебе говорю, 5 баллов, хочешь не послушать? Просто не видно, там маленький такой самолетик. И проследуем к самолету. Нет, а ты Китай. На рыбалку. Куда хочешь? На рыбку там или жовта. Вчера Поляков запускал змея 110 метров. Сделал, короче, передатчик, самый простейший. Угу. Я тебе рассказывал, нет? Они забили заземление, 110 метров провода на самолете, на этом подняли, на змее, прям над окой. Ключ, одна часть ключа, контактное заземление, вторая на этом антенне. Нажимает 350 кГц, короче, пожалуйста, идет модуляция. Ты смотри. Я тебе клянусь, как бы я не слышал бы. Мы настроились на станцию, которая работает, АМСК. Чуть ниже несущий. Стали? Чистейший телеграф. Ты смотри, что... Померили, знаешь, сколько? И ничего. 100 милливольт. Одно заземление. Одно все. Заземление и 110 метров антенны. Так, глянь. Ну, оно высоко пойдет. Ну, как детекторный прием. Не как детекторный. Мы можем дырами пустить. Они будут... А мы будем... Находимся в Рязани.
напомню, кто забыл. Соответственно, самолеты летают, но сейчас их нет. Пролетел недавно МиГ. И вот интересная палатка, сделана из парашюта. Уха, компот на дровах. Замечательно. Всем добрый день, дамы и господа! Я рад вас всех приветствовать на нашем сборище! Ура! Рязанской области! От себя личного клуба! Слово предоставляется председателю ИО, или как его? Исполняющий обязанности председателя! Прошу! Да. Так, да, нас немного, но приехали самые стойкие, самые убежденные, самые безнадежно увлеченные всем нашим делом. Я в очередной раз всех приветствовать на нашем уже ставшем традиционном мероприятии слете рязанских радиолюбителей. Очень приятно, что приехали наши пензенские товарищи. Он, правда, в этом году один приехал, без Владимира. Один с двумя ребятишками. Зато привез вот пополнение молодое, чтобы посмотрели, как все. Вот. От себя лично, от руководства Рязанского областного радиоклуба, Союза радиолюбителей России по Рязанской области, ДСАФ России по Рязанской области, Министерства спорта Рязанской области, Федерации спорта, много официальных бумаг с собой не взял. Открытое приветствие. От Путина есть? 7 подписей. От Путина нет? Нет, от министра спорта Рязанской области есть. Вот, все выражают свою благодарность, свое восхищение, то, что в такое нелегкое время, такое, скажем так, в экономически сложной ситуации есть люди, которые увлеченные, поистине увлеченные таким техническим делом, и само общение, и спортивной составляющей, и много-много разных плюсов. Всем вам выражается, так сказать, благодарность, уважение, почтение от руководящих органов Рязани, города Рязани, Рязанской области. Вот. Ну, что могу еще сказать, добавить по поводу, маленький отчет за то, что за эти последние полгода проведено. Мы здесь не проводим. Вот, да нет, я просто в двух словах хочу сказать, что проведена небольшая реорганизация Союза радиолюбителей России, кто не знает. Теперь мы называемся Общероссийская организация по виду спорта, радиоспорт. Вот, в общем, такие дела. Ну, еще раз всех рад приветствовать. Всех рад видеть. Ну и думаю, что наше общение, наша встреча пройдет, как обычно, хорошим, добрым, дружеским ключом. У меня все, спасибо. А насчет этого, я не хочу вас долго задерживать, но все же придется. Скажи, да, когда приезжает хозяин, фермер тут вот.